машины-то в этом корпусе какие хорошие стоят. Где-то мне мусорку сказал, тут есть. Купила бургер себе, вот сейчас мне его подогреют. Вкусненько. И буду есть. Тут еще булочки, я их и не видела. Ну ладно, взяла бургер уже. Помните, духота. Включен кондиционер, не помогает. Вот они, треугольнички я купила. Сейчас откусила уже. Вы не представляете, какая-то вкуснятина. 100 рублей получается. Вот смотрите, шпинат, колбаска, сыр тянется. Вкуснятина. Ой, все же солнышко вышло. Хорошо как. Так, пойду искать я море. Где море? Не знаю, в какую сторону идти. Скажите, пожалуйста, где море? Сия, море. Где? Куда? Чтобы купаться. Туда? Нет. Спасибо. Кофе. Не могу понять, где вот наши нордики. От них бы нашла. Сразу бы. На обследую постепенно. А тут, ага, вот. Вот водичку наливать. Чуть не пойму, где море. А здесь бардак. Ой, зрач какой. Блин, мне надо все равно покупать от комаров. Меня кусают. Бела. Эй, камон. Камон. Да, какой-то девчонки сидят. Так. Теперь, по-моему, я вышла. А здесь, мне кажется, я когда-то ходила. А может, и нет. Пойду я, может, найду все-таки виллы. Здесь виллы. For rent. Вот аренда. Room for rent. Тут сдают. Лотус. Нашла я море. Море. Мой маленький. Что такое с лапочкой? Вот мое окно. Вот сосед дверь. Такой бассейн. У меня тут что? Улица. Вон он, будка, с которой я каталась, вот башня. Ну вот, села я на тук-тук. Первый раз в этом году я поехала. А? И я поехала в фестиваль. Так вы не с России вот долетели? Сюда. Да, из России уже года 4 не летаю. А живете-то? Ну, живу в Казахстане. В Краснодаре. В Краснодаре? А я в Ростове-на-Дону. Ну-ка скажите, что? Грязь, мусор. Ну, нету грязи, мусора у нас нету. Это только Варламова смотрите, он врет.
Грязи, мусора у нас нет. У нас все убирается, каждую ночь чистится дороги. Я, ну как, ага, я, наверное, там живу, знаю. Я не спорю, просто я маленько езжу. А еда никакая не работает, а я хочу есть. Они вечером работают. А я не ела, вот, кроме бутерброда, хочу есть. Тут есть внизу этот фуд. Фудмаркетку мыть ванну я не Давайте хочу. Давайте я вас посажу куда-нибудь, Лена, посажу, а мне надо вот в этот магазин. А пойдем, я хочу посмотреть. Да? А, пошли. Так, мне надо, я знаю, сколько куда мне надо. Я, может, тоже сейчас куплюсь тогда и все, иду, и подогрею себе микроволновку. Нет, здесь положено. Не надо, да? Все водолое не купил. Или у Макашницы, я вчера взяла вот на это... ночном рынке. И сегодня микроволновки. Так я говорю, я его вчера ночном взяла. Это же ужас, невозможно. Не, ну то, что знаешь, надо брать. Так я-то у меня в Чите люблю. Так, мне надо взять так, что картошку. А здесь больше ничего нету. Это надо тоже куда-то съехать, но надо заплатить 100 бат за такси. Чтобы эта картошка туда ехать, там все едет. Ё-моё. Мясо 570 бат, 650 бат, кошмар, 490 бат, кошмар, 200 вырезка, 2300, надо мясо, грамм вырезка, умножайте на 3 и берите, рыба, вот это цены, мама мия. Роди меня обратно. Ничего себе, у них масло. Торговый центр фестиваль. С плесенью сыр рыбите 100 грамм, 35 бат. Я нет. Салмон. 2,90 килограмма. Здравствуйте. 99 бат, 300 рублей. Тебе дешевый Таиланд, очень дорогой. Вот вырезка 509 бат, умножайте на 3. Будете кушать такое? Только американцам есть, но не нам. Масло. Президент 209 бан. Сыры. Ну, такие дорогие. Дороже, чем у нас мандарины. Яблочки 99 бат. Вот эта баночка. Какие-то соусы. Бат кусочек. 95. Здесь роллы. А этот 1 к 13.
О, ёлка! Скоро будет Новый год! Ёлка, ёлка! Центр фестиваль! Ой, наверх надо шариться везде! На первом этаже, они же выше. На втором, по-моему, это мы какой этаж? Ну, это первый этаж. А нам-то надо выше. Какие-то тряпки, тряпки. Вот я хотела медведя еще. Ладно, будем ходить медведя показывать. Какого медведя? Хорошего. Тебе понравится. Ого, пойдем. Значит, это у нас какой этаж? Второй или какой? Или а первый? Нет, второй. А когда мы же в подвал заходили? Третий этаж. Точно, это третий, чтобы вот потом знать. Вот чтобы ты забыл. Дай-ка стойка. Так, пойдем. Запомни, я дам Samsung. Samsung. И ближе. Есть, да? Не, не здесь. Симка. А вон там, наверное, не? А там, где ты сказал? Ага. А есть. В другом. В другом. Ты думаешь? У меня во рту одна горечь. Я и пить хочу, и есть хочу. Одна... Из-за этого и горечь, что я не ела. Можно, ты же не дочистил. Да? Ну и что, куда уходим? Ой, там море, пойдем посмотрим. Ага. Пойдем море посмотрим. Ну, мы сейчас выйдем к нему. Ну, пойдем сверху посмотрим в море. Ну, о, иди, море, море. Где? Где? Нет, а как-то же можно туда выходить, нет? Вон. Центральная Паттайя. 17:47 это вот фестиваль будет. Тепло, как хорошо мы в лето вышли с мороза. Так, и где? Что где? Корабли. Где вот этот центральный пляж, на котором всегда проходит все у них? Ну вот, центральной площади не бывает. Вот у тебя перед это, вот все это находится. Вот Хилтон у тебя. Вот он Хилтон. И что будут, вот не тут, они же будут на кораблях стрелять? Ну да, они будут оттуда же стрелять, с моря. На русский рынок поесть буду. Сейчас что-нибудь себе выберу. Том-ям вчера брала, не буду. Из Том-кха. А покажите Том-кха где. А, вот, вижу. Касло, сладкое кокосовое молоко. Так, мне, пожалуйста, Том-кха не остро. Не остро. Спасибо. Пока. 40 бат. Раньше были 25 бат. 20-25 я экономила. Один к двум был 50. А теперь так дорого, но я хочу. Угу. Капунка. Как жарко. Стало жарко мне. Ой, вкусно.
отсюда. Сейчас секунду, какая-то гадость попалась, лохматая. Рыба, что ли? Вот она. Ой, противная, ужас. Ой, чуть не блеванула. Кошмар. О, еще третья клетка. Да, ты что, неужели? А я по витаминам. Суп доедать не стала. Там, в общем, был кальмар. Три креветки были, несколько кальмаров. Яблочко кросик. О, вкусно. Вот, первый день мой закончился на море. Вчера день потерянный уже. Сегодня вот заканчивается день, закат, солнышко садится. Все, накупалась. Ну, я бы еще купалась, но холодновато. Сейчас поедем. Переоденемся, поедем на ночной рыночек. Есть мангостики раз. Где ты говоришь? Я вообще не видела, кто что пьет. Я вот пить хочу. Мы поехали на ночной рынок с мельницей. Берем пить? Да. Или сначала есть? Нет, мы берем пить и идем и выбирать потом, с тем, чтобы пить, будем... Я манго. Народу везде не протолкнуться. Крокодил, крокодайл. Рынок маленький стал. Дима, я стикерасы. Вон роллы. Это он такой маленький стал рынок. Он открылся. Они говорят, тут это стало мало. Ой, какой он маленький. Я бы съездила, надо далеко ехать. Ага. Она где-то вот такой хороший стал, большой. Слушай, а что всего два ряда там стало? Стал маленький, продуктов мало. Тряпки, да все, а два ряда получается. Тут третий. Где мой манго стики райс? Рынок плохой. Ничего нету. Это взяли шашлычок куриный. Натуральное говно, ни вкуса, ни соли, ничего. У Тани шашлыки. Тань тоже, да? Никакие, никакущие. Вот сердечки, а там была курица. Куриные крылышки. И вкуса нет. Мы движемся к дому. С одного... Ой, тут грязно.